Ну вот, друзья, мы сейчас тестируем кобру. Давай, Макс, включай. Вот, здорово. Работает. Прекрасный массажер для плеч. Смотрите, друзья, как у нас работает аттракцион. Друзья, всем добрый день, с вами снова Дмитрий из компании Кирпул Бассейны. Друзья, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать интересные, главное, полезные видеоролики. Что там, Макс? И вот, хотим вам показать, почти закончили. Такой вот прикольный басик из дерева. Вот, водичку мы налили. Она немножко мутноватая сейчас, но сейчас все профильтруется и будет водичка идеальная. Так, что по закладным? Смотрите, у нас по закладным здесь стоят две форсунки, противоток и кобра. Мини-кобра такая вот прикольная. Ну, соответственно, скиммер, забор воды. Вот. Сейчас там Максим монтирует, фильтровальную установку ставит. Вот так вот у нас здесь будет стоять оборудование. Мы тут построим такой домик, чтобы закрывало от осадков разных. Макс, привет. Привет. А сейчас поставили вот такой вот зонтик, чтобы дождик у нас не попадал на наше оборудование. Вот такой вот у нас басик получается. Ну, опять же, повторюсь, по закладным у нас что здесь? Скиммер – это забор воды. Это вот. Далее форсунки. Это подача воды. И два фонаря. Два фонаря плюс искусственное течение, это противоток, и водопад кобра. В общем, все для комфортного
плавание в бассейне. Еще бортики у нас не отделаны, но этот вопрос решается. Здесь еще будем делать подиум такой, чтобы удобно было ходить и так далее. Ну, значит, вот так вот все у нас получается. Уже у нас картинка более-менее вырисовывается. Так что, друзья, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать интересные, главное, полезные видеоролики. Вот эти вот все трубы мы закроем коробами. Будет все красиво, все идеально. Это, как говорится, еще сейчас немножко сыроватый вид, но тем не менее. Сегодня подключим водичку, и через пару дней уже можно будет плавать. А в следующей части, друзья, мы покажем вам, как уже полностью законченный вид бассейна будет. Все вам покажем, как все будет работать. Вот, как аттракционы будут работать и так далее. Всего вам доброго.